В Серпухове для старшеклассников проходит неделя профориентации. Школьники знакомятся с учебными заведениями города, узнают, какие специальности они могут получить в Серпухове и не только. Так, во Дворце торжеств «Центральный» был организован фестиваль профессий «Время выбирать». Организатором акции выступили Центр по профориентации и трудоустройству молодежи, Управление молодежной политики и Комитет по образованию администрации Серпухова. Более 1000 учащихся 8-9 классов из всех общеобразовательных учреждений города побывали на фестивале профессий. Они напрямую могут познакомиться с учебными заведениями и узнать те специальности, которые представлены. Губернский профессиональный, медицинский колледж, Серпуховский колледж сегодня предлагают освоить десятки самых разных профессий. Спасатель, повар, педагог, менеджер по туризму, сварщик. Вплоть до возможности обучиться китайскому языку. Главное – правильно сделать выбор. Для этого в Серпухове уже 20 лет проводится активная профориентационная работа. Подростков консультируют, тестируют на расположенность к той или иной специальности. Каждый год для юношей и девушек организуют ярмарки учебных мест и уже 4-й год подряд дополнительно и фестиваль профессий. Свои специальности представляют не только местные учебные заведения. И мы сюда приглашаем Московский железнодорожный колледж, потому что наши серпуховские ребята очень часто выбирают профессию железнодорожника и едут туда учиться. Как отмечают специалисты, за последние 10 лет серьезно изменились предпочтения школьников. Раньше они активно выбирали профессию юриста. Сегодня ситуация изменилась. Сейчас ребята уже более реально выбирают ту профессию, где они в дальнейшем смогут не только обучиться, но и работать. Это часто технические профессии, это профессии, в общем-то, экономические, это профессии военного, у нас выбирают профессии МВД, то есть это профессия, вот и спасатели, пожарные, мальчишки выбирают эти профессии. Главное для школьников выбрать именно ту специальность, которая будет и интересна им, и востребована. Каждому учащемуся специалисты Центра по профориентации готовы оказать помощь и проконсультировать индивидуально, чтобы юноши и девушки нашли именно то, что им нужно – свою профессию.